нечистом городе виновны все. Пришли как войны, а уйдем как герои. Так лучше? Ага. Вы кто? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант Блэкберг. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрёпанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция «Свордбрейкер». Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Будь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Похоже, на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Ты когда-нибудь задавался вопросом? Какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? Нет, Майк! Все, что есть, небольшая...
Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть? Предположим, самое худшее. Начали! Там какие-то шумки и вибрации. Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Чтобы рвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Землетрясение! Мы примерно в 9 километрах от разлома! Здесь большой открытый перекресток. Стоп! Кто-то идет. Назад! Пропустим! Он ушел! Там... Проходим двойками! Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигаемся! Давай, Блэк, сейчас! Ни одного гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Дымовая пошла. Где эта сука? Затаскивай его. Быстро. Пошли. Снайпер еще там. Террористы слева у стены. Разобрать, не высовываться. Утепляйте лесу. Продолжать огонь. Движение, движение! Пошли, пошли! За мной! Ты в порядке? Отлично! Окей, я встал. РПГ на 12! Второй этаж! Готов! Не подходить к машинам! Свои на подходе, свои на подходе! Всем огонь по зданию! Блэк, за мной! Боевики у здания на том конце стоянки! Обходят с фланга! Движение! Вот там, там! До их стены идут справа! С этого конца! Снайпер еще там. Прекратить огонь. Заходим внутрь.
Все, берем. Привет, друг. Чувствуешь? Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, ЧАВ будет в... Новый толчок? Возможно. Продолжаем движение. Внимательнее. Дерьмо! Слишком открыто! Я тут укрытие к укрытию. Вот нас не светится. Не тормозить! Эти парни не местные. И говорили не по-русски. Аль-Башир собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Чисто. Чисто. Поехали. Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду. Пошли. Двигаемся. Иду. Так, сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет. Тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться! Вперед! Так его видно? Есть! Блэк, давай! На той стороне улицы. На полпути где-то. Прочно засел, гаденыш. У меня гранатомет есть. Дай его Блэку. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Это было красиво. Мы крутые? Мы крутые. Давайте найдем этот патруль. 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня подлатали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда? Конечно. Какое направление? Прием. Север. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял, выходим. Прием. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони. Вижу противника. Движение на улице. Мы в укрытии. Выбейте их, 1-3. На балконах слева. Боевики на крыше, четко перед нами. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Один-три. Похоже, все чисто. Мы выходим. Отбили! Все чисто! Да ты прикалываешься!
Солидый. Спасибо большое, мы прошли. Теперь позаботимся о вашем друге. Конец связи. Они идут к нам. Думаю, они в здании. А мы можем убраться с этой ебучей крыши? Пожалуйста. Да, назад мы уже не пройдем. Надо найти другой путь. Это нереально. Это можно использовать как мост. Давай. Сраный бойскаут. Пошли, пошли. Большая задержка. Продвигаемся к расположению цели. Прием. Мы идем. Надеюсь, они в порядке. А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело. Брат, да Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. Это двое из него. Всем быть начеку. Прием. 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции. Конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так. Ага, я вон что нашел. Это очень плохо. А вот тут вторичное! Вторичное, так точно! Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания. Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь, иди по проводу. Давай уже обрежем этот провод.
Противники на дороге! Расход, козлов! Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... Сколько часов прошло? 6? 8? Это важно. Это поезд? Вы про Хантерс Пойнт? Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я не знаю. Меня трясло тогда жутко, когда вылез наружу. Было темно. Наружу? Вас засыпало? Я кое-что видел. Вы же сказали, что было темно и вас трясло. Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Так мы же слушаем, сержант Блэкберн. А вы говорите. Пока. Ну, как скажете. Было темно, вас трясло. После толчка вы что-то видели. Что это было? С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имси! Солдатам оправиться от катастрофы!
сдаться будет считаться актом агрессии. Все машины бродяг, я бродяга главный. ЦСО желает помочь американским солдатам оправиться от катастрофы. انفجاری بابا امریکایی هم اینجا بودن اون هم مثل ما زد میکشن
стоять, ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Сделайте то, что должны. Оспри уходит. Вижу дверь. Иди. Сети передавали, что во всем городе повстанцы. Раз и в Иране переворот. Спонсор переворота — наш добрый друг ССО. Смотри. Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук Аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на Аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы не часто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на Аль-Башира. Хокинс. Только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАК. Не время для какой-то вялой поддержки с земли. ЦНАП ведет нас в курс по десанту, но отправимся мы на ударное задание в Тегеран. Аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли Аль-Башира. Так что точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой. Пожалуй, так и есть. В воздухе уже полно иранцев. Уровень срани 97%.
Фарука Аль-Башира будет непростой. Лады, пора веселиться! Отстреливает.
дороге. Thank you.
4-6, это Жнец-1. Видим без завода, пересекающие взлетную полосу. Похоже, иду к истребителям, как поняли? Гарпун-2-2, мы подсвечиваем вам цели, как поняли? Понял вас, захожу на цель, ожидайте. 4-6, принял. Так, Хокинс, переходи на ИК и найди самолеты. 4-6. Тир, главный терминал. Цель на другой стороне полосы. Хокинс, не выпускай толпу из прицела. Отлично! 4-6. По полю идут установки ПВО. Акула
146, идите к Лисаде. Правильный курс через 3 мили. Акула 46, вышли на 2 мили. Крюк выпущен. Акула 46, крюк есть, идете хорошо, отдаю управление. Акула 46 на глиссаде, курс верный, отдаю управление. Принял управление, снижаюсь. 20 узлов, метка. 800, 750, 600. Мощность, мощность. 550, 500. Отлично идете, сажайте птичку. Славная история, но я как-то связи не вижу. Мне вам карту нарисовать? Не было там никогда Аль-Башира, потому-то вы и прибыли. Мы знали, что он был в Тегеране, где-то прятался. Понятно. И до того момента вы не верили, что Аль-Башир связан с Соломоном. Не видели связи. Я знал только то, что видел в Курдистане. Там у Соломон меня вопрос. Был. Аль-Башир для них герой нации. Нам надо было оставить его в покое. Это ведь вы сказали? Нет. А кто? Не знаю. И кто командира подстрелил, мы не в курсе. Пошел нахер! Не забывай, что тут происходит. Это не суд. Ты виновен, и я знаю конец твоей блядской истории. Мы здесь не за тем, чтобы его мордовать. Отпусти его. На этот счет у нас есть четкий приказ. Я просто хочу добраться до сути и сделать это чисто. Ладно. Расскажите, как вы нашли бомбу в Тегеране. Город-то не маленький. Орудий на грузовиках пока нет. Нет. Судьба никогда не спешит, брат. Бродяга, я косарь. Давайте транспорт. Бродяга, по оценке повреждений выводы сделать трудно. Однако в 3.00 авангард полковника Гаррисона занял мост Джаффи. Это дает возможность бродяге и косарю захватить вражеские здания, где можно получить стратегическую информацию. Ваша первая цель – жилой комплекс Ходжер, за каналом. Начнем штурм через минуту. Готовьтесь отойти. Вас понял. Косарь на связи. Идем к вам. Косарь, внимание всем позывным, начинаем операцию. Повторяю, начинаем. Сэр, вас понял. Блэкберн, держи миномет. Живо! 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 Пошли, мать вашу, пошли! Ориентир, стена под эстакадой. Thank you.
внимание! Пошли! Сработали в жилом комплексе. На этом задании 1-3 пойдет отдельно от бродяги. С нами. Ладони сразу после туннеля. Смиримся с этим. РПГ сверху! Сюда, вот ублюдки! Удерживайте их там! Блэкбер, за мной!
танка мы выйдем, накрывайте их фланговым огнем, понятно? Ага. Все в порядке? В порядке? Все целы? Бля, это же Т-90, а я все еще на ногах. Я не просто цел, мне охренительно повезло. Блэкберн! Блэкберн, ты как? Ты там как? Должен быть какой-то выход отсюда. Вперед! И Апачи патрулируют, если они успеют вовремя. Думаю, это банк. Похоже на то. Эти ребята из суда возвращаются. Им нужно что-то делать. Черт, чего это? Твою мать! Пошел! Танк подбит!
подбит! Танк подбит! Ты молодец, Блэкбелл. Надо зачистить здание! Атакую! Понял. Живая сила в окнах. Атакую! Не получится зайти. Садите меня! Держу!
Пошли дальше. Так, ищем любые признаки присутствия Аль-Башира. Находим, пакуем. Парни, подвал ваш. Мы зачистим остальное. Понял. Блэкберн, быстрее. Монтес, дверь. Думаешь, Аль-Башир тут? Не знаю. Надо проверить. Маткович, открывай ворота. Осторожно, взрываю! Чисто! Чисто! Это еще что за херь? Монтес! Тоже это чувствуешь? Да. Гордит. Надо открыть дверь. Тяжелый, черт побери. Я вхожу. Чисто. Да это ж золотая жила. Это командный центр. Они пытались его уничтожить. Это дерьмо еще здесь. Надо все рассортировать. Ага.
О, черт! Тут карты Парижа и Нью-Йорка. Еще расписание поездов с надписью 202. Серьезное дерьмо. Иди сюда! Оно радиоактивное. Может, лучше не трогать? Выбора нет. Черт. Ты вообще понимаешь, что это? Русские. Атомные бомбы. Тут только одна. Но есть место еще для двух. И где же они, черт побери? Эй, на это стоит взглянуть! Вон там! Черт! Это же Аль-Башир. А второй кто? Не знаю. Они идут вниз. Берем это оружие и быстрее сваливаем отсюда нахер. Что насчет данных? Нет времени. Берем бомбу и сваливаем. Сейчас все здание развалится, чувствую. Это бродяга 1-3. Давайте, докладывайте. Бродяга, у нас тут ОМП, кажется. Их может быть еще несколько. ОМП? Не понял, не слышу тебя. Давай еще раз, пожалуйста. Ох, не к добру это. Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Если видишь ночью пару огоньков, это еще не значит, что там целое НЛО. Мы думали, что там три бомбы. А я думаю, что Элвис еще жив, но, бля, билетов на него не покупаю. А что с другими бомбами? Так одна уже здесь. Значит, о Париже вы не знаете. Что? Вы слышали? Он не остановил. Кто он и что не остановил? Вы о нем? Служил в русском спецназе. В отряде «Вымпел». Дмитрий Маяковский, Дима. Такой боец случайно нигде не появляется. Мы знаем, что вы Мы встречались. Знаете. Выкладывайте уже на чистоту. Мы думаем, вы знаете, зачем он был в Париже. Скажите, что случилось в Париже, тогда и скажу. Мы знаем не больше вас. Что было в Париже, наверняка знает только Дима. Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Группа твердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. А как же французская полиция? Если бомба взорвется, то обвинять будут Россию. И миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон — долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Да, сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Мы в зоне подавления от фондовой биржи. Дима! Дим! Включаем блокиратор! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Помните, в ядерный чемоданчик не стрелять, он может повредиться, и тогда всем хана. Все готовы? Давай, давай, жми на газ! Давай! Сукин сын! Ой, давайте уже! Пошли! Пошли быстрей. За мной! Через автопарк. Спускаемся на уровень Б, потом по лестнице вверх.
Молчи! Сзади! Thank you.
Надо определить, где цель. Нужно примерное местонахождение бомбы. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Нельзя отставать от него. Он уходит! Уже идти надо. Быстрее, вперед! Подожди. Мы попадем под перекрестный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Все чисто. Противник.
будет на 12 часов. Я не вижу бомбу. Отходи, автобус. У тебя полиция сзади. Огонь и вперед. Вон там, сближаемся. Пошли. Хорошо, вниз по улице. Обезвредил? Что это за херня? Это же пустышка! Это не ядерное оружие! Черт, где бомба? Нет! Когда это было? 10 часов назад. 80 000 жертв. Эпицентр биржи Euronext. И как оно? Я этого хотел, что ли? Да вы, ребята, что тут, совсем охерели? Я пытаюсь не допустить того же в Нью-Йорке. Как думаете, сержант, кто это сделал? ССО и Соломон. Результаты взрыва подходят под характеристики русских ядерных бомб. Дима был там в это же время. Понимаете, к чему я? Дима пытался остановить взрыв. Парижская бомба — одна из пропавших. Бред. Ну и что? Это ведь все равно произошло. Сержант, вернемся назад. Вспомните-ка банк. Вы сказали, парижская бомба связана с банком. Это не Дима. Он не мог. Я жду. Мы послали сигнал тревоги. Кремень-3, рота Чарли... Первый танковый. Они за нами прибыли. Миллер за нами прибыл.
Это Кремень 6-6. Начинаем выполнение альтернативной задачи. Начинаем продвижение. Будем докладывать о прогрессе. Прием. Как поняли, Кремень 3. Идите на исходный, докладывайте. Конец связи. Вторых уничтожено. Красиво, 3-4. Кремень 6-6, это Кремень 3-4. Прием. Бронетехника уничтожена. Продолжаем движение. Вас понял, 3-1. Двигайтесь к следующей точке и доложите. Вверх криты. Кремень 3-3. Конец связи. Мы под огнем! Есть повреждения! Даю вид беспилотника. Беспилотник работает. Кремень 3-1. Ракетная батарея – ваша главная цель. Авиация готова. Принято. Кремень, ожидаем налета. Ну, разворошили долбанный улей. Так, Миллер, подсвети цель. Кремень 3-1. Мы видим ваш маркер. Авиаудар через 5 секунд. Осторожно. Понять мать. Позиции противника. Мы на точке возврата. Идем на базу. Прием. 3-1 вас понял. Ультра 3-4 и другие силы начнут немедленную повторную атаку. Имеющимся в наличии кремнем придется атаковать укрепленные позиции. Конец связи. Всем машинам начать. 2,
связи! Приближаемся к обочине! Принято! Все позывные! Продолжаем атаку в лагере! Здесь! Север! Марка, сядь на связь! Кремень 3-3! Работаю по пехоте! Калиберными. Следите за флагами! Отлично. Три-три, оставайтесь в строю. Вижу движение. Далеко впереди. Атакуем бронетехнику. Главное, танки.
Переключайся на спарк. Займись пехотой. Не стрелять, не стрелять! 3-3! Понял вас! Кремень 6-6. 3-4. Вступили в бой и уничтожили вражескую бронетехнику и пехоту. Прием! Понял вас. Поворачивайте на запад и двигайтесь к шоссе. Выйдите на связь на контрольной точке. Конец связи. Всем внимание! Устроили засаду и расстреляли нас, как в тире. Надо, чтобы кто-то пошел и подорвал все херам. Кому-то надо туда пойти, но я точно не пойду.
отсюда так просто нельзя. Остановить машину! И уничтожил машины и пехоту. Всем кремням ждать новых указаний, ничего не предпринимать. Интересно, что происходит? Вы были заперты в банке. Ага, и нас поджимали сроки, как и сейчас. И они прибыли в город. Куда именно? Площадь там снаружи была. А у нас была бомба. Мы ждали в банке, пока к нам придут Миллер и Кремень-3. Я связался с ними, попросил сказать, когда прибудет подмога. Они сказали 3 минуты. Подойдем через 3 минуты. Слышите, у нас связь с бродягой уже есть?
сигнал в зоне. Прием будет, когда из этих высоких строений не выйдем. Непосредственно.
поддержка! Мы по тяжелым огнем! Машина без визора, мы не можем вести бой! Понял. Пытаемся организовать поддержку с воздуха. Делаем все, что в наших силах. Прием! Они сейчас нужны, сэр! Входит! Здравствуйте, мистер Миллер, полагаю. Американцы со своими сувенирами. Это вашего сына? Вот тут его имя. Джонни Миллер. Надеюсь, он не слишком скучает по своей игрушке. Дети сильно привязываются к таким мелочам. Потеряв их, могут плакать целыми днями. Знаете почему? Потому что эти мелочи напоминают им о том, что они любимы. Но утрата – обязательная часть взросления, так ведь? Часть взросления – это согласие с тем, что смерть неизбежна. Неизбежна, мистер Миллер. Неизбежна. Мой отец рассказал мне об этом. Итак, вы станете героем для своих детей. Надеюсь, это вас хоть немного утешит. Амадей, пойдем. Позор! Вы приезжаете в нашу страну, чтобы убить нас. И все равно вы называете нас террористами, когда мы пытаемся защитить нашу страну и народ. И это та цена, которую вы платите. Отличная картинка, да? Связи Соломона с бомбой тут все равно не видно. Еще что-нибудь есть, сержант? Еще что-нибудь? А что еще нужно? Вы же видели, как он убил Миллера. Сержант, вы на себя посмотрите. Вы в этой истории на каждом шагу поедимы. Да бля, вы что, копы? Вы на чьей стороне? Слушайте, вы были в комнате, в которой снималось это видео. Вы были в банке, где нашли бомбы, верно? Да, все так. Мы нашли 3 держателя для бомб, порванные карты. Соломон засветился на камере с Аль-Баширом. Здания больше нет, улик нет, ничего у вас нет. Да. Понятно. А когда? Точно? Ясно. Спасибо. Похоже, одно из имен, используемых Соломоном, засекли здесь. Нет. Вот видите! Начинает сходиться ваша история. Аль-Башир ясно заявил, Соломон его правая рука. Правда? Когда? Когда мы за ним пришли. Кампо и я. Один, три, готов. Прием. Принято. Мы быстро приближаемся. Конец связи. Это Коул. Какого хера он ведет штурмовой отряд? Что-то тут не так. Так, туши свет. Надо затемнить зону высадки. Давай по готовности. Отлично. 2 налево. Продолжай. 1-4. Зона высадки в безопасности. Наблюдаем. Прием. Понятно. Включаем тепловизор. 1-4, мы видим. 1-3, очистите нам улицу. Принято. Надо сместиться направо, чтобы была видимость. Прием. На позицию. Надо расчистить улицу.
1-4, мы на месте, прием. Принято. Двигаюсь. Блэкберн, что видно? Сука! ССО! 1-4, держитесь! Враг впереди, боевой контакт, прием! 1-4, держись! Противник прямо перед вами. Ориентировка по расположению отрядов. Направо, пара этажей вверх. Ковнюк на балконе, снимай его. 1-4, отлично. Выдвигайтесь на точку Браво, прием. Вас понял, 1-3. Давай, пошли. Увидимся внизу. Не высовывайся. Пошли. Машина, ложись! Переулок впереди. Пошли. Ты первый, я тебя прикрою. Стой! Я что-то видел. Сука, там чувак наблюдает за улицей. Ориентир, неоновая вывеска слева. Второй этаж. Наблюдатель расположен открыто. Снимай его. Так, по моему сигналу. Скорей, пока они не вернулись. Бродяга 1-3. Мы у точки Браво. Принято. Мы ждем поблизости. Два бойца ССО перекрывают дорогу. Расчисти путь. Прием. Вас понял. Прикроем их. Вас понял. Вот они. Прямо по улице. Черт, вали их быстрее! Хороший выстрел. 1-4, путь свободен. Понял. Движемся. Прикрой их переход. Не высовывайся там! Сюда! Держись ближе. Пройдем здесь. Слышу хорошо. Теперь тихо.
Используй нож. Черт, бегом! ویراستیش نیدم که عربشیم اینجاست تو شهر اومده؟ تو های مدرسه دیگه اومده رئیس Выдвигаемся! Вон, лестница! Мы можем срезать. Выйдем с той стороны квартала. Вызови центр по этому ебучему радио. Он мог бы им и данные для засады передать. Срежем тут. Самая чертова комната. Тут все и было. Вот черт. Бродяга. Я бродяга 1-3. Мы у точки Дельта. Тут что-то есть. Как поняли? Поточнее можно, 1-3. Вижу доказательства, что здесь казнили капрала Миллера. Совпадает по описанию. Постановки камеры. Вообще по всему. 1-3, вы уверены? Более чем. Да. Я срочно пошлю отряд. Спасибо. Первая дивизия морской пехоты захватила восточную часть. Битва за город почти окончена. Давайте закончим сегодня. Понятно. Они идут. Надо обождать. Граната, сволочи! Хорошо, чисто. Пошли. Все встает на свои места. Кол пытается лично сдать Аль-Башира. Он уже 100 лет в капитанах ходит. Вот и пытается доказать начальству, что не полный ушлепок. Звездочку получить хочет.
долбанный искатель славы. Блэкберн, Кампо, сюда. Мы в 200 метрах от нужного здания. Осталось пройти через магазин. Готовы? Да, да. Приступаем. Если будет жопа, отходим сюда, на эту позицию. Прикрывать с крыши отсюда. Потом встретимся у входа в магазин. Теперь мы точно знаем, где Аль-Башир. Можно его хлопнуть? Нет, конечно. Аль-Башир нужен нам живым. Надо расспросить его о бомбах из банка. Никаких расправ, как с Бен Ладеном. Это всем ясно? Все сделаем. Работаем. Входим. Баткович, со мной. Один четыре, один три на позиции. Понял. Начинаем. Дайте мне сводку и отчет. Конец связи. Один три на позиции, готов. Прием. Мы уперлись в стену на правой стороне игровой площадки. Тут охранник чинит генератор или что-то в этом роде. Понял. Смотрим. Флэкер, давай по готовности. Один четыре на дороге, в движении. Ориентир угол слева от вас. Веди нас. Местность зачищена. На вашем пути техника со включенными фарами. Можно идти. Движемся. Теплые излучения со спутника показывают активность в двух квартирах на первом этаже. Начало левое. Маткович, возьми бойца, стой снаружи, прикрывай нас. Вызывной 1-1, понял? Понятно. Готовность к входу. Приготовить светошумовые. Шум, шум, шум. 1-3, говорит 1-1. У вас есть видимость? Мы тут ни хера не видим. Понял. Прикрываем вас. Справа, в самом низу. Первый объект очищен. Перехожу ко второму. 12 часов. Верхние этажи. Следующая цель. Стрелок справа, ниже, на крыше сарая. Видишь? Давай! Яблочко!
Давай следующего! Быстрее! Слева от здания. Давай по нему. Блять, еще противник. Блять, они сюда идут. Они идут через игровую площадку. РПГ на крыше! Вали из сукиного сына! Твой выход! Ориентир нашей позиции. Справа к вам приближается техничка. Огонь по технике! Мы под огнем противника! Следующая комната. Быстрее! Вперед! Вперед! Останови машину! Огонь по ней! Стреляй! Стреляй по машине! Давай! Бей дёбнюка! Один четыре, один три. Аль-Башир у нас! Принято! Движемся к точке эвакуации. Силы ССО идут по направлению к вам. Готовьтесь к соприкосновению с противником. Конец связи. Есть! Прикрывай дорогу! Он в жопе! Надо его оттуда вытащить! Один-три, на связи один-три! Пробивайся к торговому центру! Встречайте там вроде как можно быстрее! Удерживай их у ворот! Мне нужно время, чтобы попасть в путь! Не давай никому пройти! Вася, не вздумай умереть! Вот так! Эй, как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Фарух Аль-Башир. Держись, мужик, держись, не умирай! Нет, больше нечего сказать. Ладно, как хочешь. Блэкберн, заложи внизу несколько клейморов. Тут будет прорва злобных чертей. Закрой проходы. Когда появится противник, все взорви. Пошли, быстрее, вот они! Один-три, доложите обстановку. Мы окопались в западной части центра, на втором этаже, у точки эвакуации. Понял. Пытаюсь подойти к тебе. Вижу подразделение ССО, они проходят в торговый центр, мимо нас на первый этаж. Должны быть прямо перед вами, прием. Понял. Ты слышал. Смотри и простреливай вход на первый этаж. Thank you.
Понял! ССО идут по внешней лестнице на второй этаж. Внимание на входы, прием. Принято. Прикрой входы, прямо. Состояние пленного? Сильное кровотечение, шок. Выглядит плохо. Не дайте ему умереть, слышите меня? Он должен выжить. Ага. Один четыре, один три. Доложить обстановку, когда подойдете к центру. Прием. Под сильным огнем. Подразделение противника выходит из боя и направляются к вам. Выходы второго этажа. Как слышите? Вас понял. Блэкберн, нам нужно перейти. Давай. Всем станциям. Бродяга 2-2 в трех милях. Готовьтесь к эвакуации. Конец связи. Понял. Мы сейчас немного заняты Аль-Баширом. Он плохо выглядит. Слышите меня? Он должен быть. Есть. Блэкберн, иди сюда. Кажется, он бредит. Вам не остановить Соломона, как не остановить восход солнца. А вот и наша карета. Блэкберн, готовься к отбытию. Прекратить огонь! Свои выходят из торгового центра. Груди альбомбина! Осторожно! Огонь!
пошел! На помощь! Он умирает! Вкали ему вот это! Как вы нашли меня? Видео казни! Видео... Соломон! Соломон! Это наверняка он! Он сказал заполучить бомбы и давить ими. Потом он украл их. Он меня использовал. Он использовал всех и каждого. Эта собака предала меня со своими планами поезда. И за это я получу. Слушайте, 14-го. Держись, не умирай. Месяца. Говори с нами. После захода солнца Соломон нанесет туда. Вот херня. Он умер. Горите в аду. Не знаю, что за пургу он перед этим нес. Эй, тут телефон. Может, записано что-то интересное? Ну что, узнаете? Должны бы. Наверное, вы хотите, чтобы я сказал вам что-то? И во что мне это обойдется? Время заканчивается. Отдам за просто так. В этом телефоне есть информация о русском торговце оружием по имени Амир Кафаров. Он был близко знаком с вашим старым другом Аль-Баширом. Вы знали? Зря время тратим. Извините, я вроде еще не закончил. Вы знали, что Кафаров и Аль-Башир работали вместе? Я знаю только, что нас перебросили из-за информации в этом телефоне. И куда же? В Северный Иран. Считалось, что Кафаров там, и пропавшие бомбы у него. Считалось? Кроме вас никто не слышал так называемое признание Аль-Башира. Послушайте, надо остановить Соломона. Вы говорили по телефону, он здесь. Ваша история может что-то и есть, но нестыковок по-прежнему много, сержант. И в следующую ее часть особенно трудно поверить. Ну ладно. У Кафарова вилла в долине Гелат. Мы направлялись туда, а там возникли осложнения. Хорошо. Жилье Кафарова на другой стороне долины. Сразу за мостом Гелат. Так что же это за мужик? Чувак из контактов Аль-Башира, торговец оружием. Это все, что они знают? Это все, что мы знаем. Он может быть связан с бомбами. Всем позывным бродяги, двигайтесь к 1-6 на запад по красному пути. Был контакт. Отбой. Вас понял. Можете подтвердить размер? 1-3. Больше у меня информации нет. Конец связи. Эй, Маткович, просыпайся. Хватит дрыхнуть, воин стоп. 34 минуты. Я спал 34 минуты. Видел сон, как пью молочный коктейль. Что это означает? О, черт! Тут засада! Среди деревьев! Транспорт подбит! Огонь противника слева! Враг за камнем! Слева! Бродяга главный! На 1-3! По нам ведут пустельный огонь! 2-3 подбит! Ведем бой! Прижали! Не знаю. А мы вверх от середины. Недалеко. Пошел, пошел! Давай наверх! Быстро! Быстро! Противник впереди! Черт! Русские десантники. Настоящие русские, что бы это значило?
Может, они работают на Кафарова? Слушай, Стив, как бы там ни было, мы тут слегка в невыгодном положении. У нас есть задание. Эти бомбы. Это бродяга. Давай-ка это обсудим. За ногу. Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Вижу войска противника. Собираются. Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? По тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, а чисто технически. Понимаешь, о чем я? Да, сэр. Я о том, что мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Они прикрывают свою жопу. Мы знаем, что они работают с ССО. Теперь пора двигать. Да ладно. Просто закончим одну войну, начав другую. Это охренительно! Монтес, ты слышал приказ? Пошли. Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Становись! Готовимся к выходу. Цели! Спарка! Бойцы! По хребту еще десантники прут. На подавление! Держать сектора! Не стрелять! Все чисто. Добрались. Маткович, ты наблюдаешь. Должны добраться до другой стороны долины как можно скорее. Есть сведения, что русская пехота движется на север. Они пытаются добраться до Кафарова. Именно он нам и нужен. За ним мы и пришли. Выдвигаемся к следующей точке. Задание всем ясно? Контратака! Контакт! Впереди, в деревьях! Живая сила! 200! Быстрый огонь! Враг в укрытии! Прямо!
5 подбит. Да! БМД противника. Блэкберн, давай быстро сюда. Ударь по ним из фагота. В оба. Есть. По моей команде. Пошли. Турель, направо, направо. Рассредоточиться на правом фланге. Огневое прикрытие. Поджарь их. Атакую. Огонь на подавление! Работать по секторам! Есть! Ах, блядь! Я ранен! Thank you.
Надо выбраться из-под продольного огня, а то жопа совсем. Бронетехника уничтожена. Еще две БМД. Завели таки машину. Мы атакуем. Идут к нам. Вижу их. Блэкберн, держись. Помогай Матковичу. Контакт спереди. Кампу, настраивай. Сэр, нам не потянуть против бригады русских. Возможно, стоит еще подумать? Это маневренная война, сержант. Если не нравится, можешь палить в гребаные ВВС. Джентльмены, вы меня ни разу не подвели. Я надеюсь, что и сейчас вы сможете выполнить задание. Так точно, сэр. Нет, Стив, прости, но это совершенно никуда не годится. У меня есть серьезные опасения. Сержант Кампо, Блэкберн, действуем по плану. А вот и крылышки. Только не наши, да? Он нас видел! Он нас видел! Да он возвращается! Вот же сраное дерьмо! Найти укрытие! Подобьем! Где стингеры? Транспорт! Дерьмо! Опять возвращается! Это последний. Сядь можно? Придется. Давай, вперед! Быстрее! Вот оно! Пошел! Блэкберн, ищи стингер. Он в кроулере. Мы тут, блядь, отрезаны! Не высовываться! Пошел, пошел, пошел! Берегись! Мудак ты, чертов Стив. Ладно, я знаю, что вы думаете. Может, если бы я поступил иначе, они еще были бы здесь. Это война. На войне всякое бывает. Так, у нас есть задание. Нам нужно добраться до Кафарова и сделать это первыми. Неважно, там бомба или нет. Нет никаких нас. Есть мы. И есть ты.
Это дело для морпехов. Вы идете со мной? Значит, вы потеряли большую часть отряда в бою с русскими в долине. Кто выжил? Монтес и я, Коул, еще пара людей. Ваши парни погибли из-за капитана Коула? Что? Нет. А сами вы так не думали? Глубоко внутри. Знаете, в Боснии у меня 4 близких друга погибли. Ракеты. Наблюдатель попросту заснул. Меня тогда полгода колбасило. Я иногда подумывал убить его. Мы все об этом говорили. До сих пор не могу забыть его косяк. Я бы вас пожалел, но мне ваших товарищей больше жалко. Они ведь так и не узнали, кто вы такой. Они бы поняли. А вы? Поняли бы, если бы друг переметнулся на сторону врага? Русские нам не были врагами. Да, бля, они же ваших друзей убили. Полегче, полегче. Пока вы работали в Иране, мы перехватили переговоры между Димой и его кураторами из Киева. Он тоже был в Иране. Зачем Дима был с русскими в Иране? Пилот подтверждает, информация получена. Операция начинается. Давай. Сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса ветер спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсоры высоты. Спускайся на постоянном тоне. Давай! Кислород пошел. Красный включен. Красный включен. Дима, опусти платформу. Thank you.
Здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне. Ха, до этого особо не везло. Американцы идут. Они уже рядом с долиной Геват. Всех собрать, мы уходим. Сэр, у нас проблемы с воздухом. Я в курсе ситуации. Делайте, как я говорю. Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый, я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым, но самое главное — это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну, что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Твою мать! Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай. Комната управления там. Есть. Дим, давай туда, открой ворота. Быстрее. Когда-нибудь получится. Идем. Нам подтвердили, здесь враги. Американцы? Мы не знаем, скоро узнаем. Дима, огонь на подавление ПРПГ! Снизу, у здания. Вижу. Там под дорогой труба. Попробуй зайти с фланга. Насчитал 30 трупов. ГРУ недооценила его охрану. Следить за крышей! Вилла на другой стороне. Второй отряд почти у домика. По прибытии доложу. Стойте! Так, Дим на крышу, займи позицию и прикрывай оттуда огнем, а мы их внизу задержим. Там, за дверью лестницы, справа! Дим,
Враг заходит слева. Площадки надо пройти через дом. Дима, зачищай верхний этаж, Кирилл, за мной. Площадка. Кафаров идет к вертолету. Задержите их и отходите к главным воротам. Времени нет. Есть. Вниз, быстрее, давай! Открывай!
стой! Черт возьми! Послушай, это ключ от клиентского сейфа в Женеве. Возьми его. Все, что в нем твое. А! У меня их нет! Понятно? Вам нужен не я. Вам нужен... А! Это Соломон! Послушай, у меня есть информация о Соломоне. Я знаю, что он планирует. Я знаю, куда направляются чемоданы. Давай заключим сделку. Свобода за информацию. Ты меня отпускаешь, я говорю все, что знаю. Я расскажу тебе, куда направляется Соломон. Я знаю, что он делает. Я... Значит, вы едете туда. Вы и те, кто вышел. Вы, Коул Монтес. На вашем месте я бы думал о друзьях. Думал о том, что я мог бы изменить. Может, даже думал бы лучше бы меня, а не их. Вы добираетесь до виллы Кафарова. Раньше основного русского отряда. Раньше всех. Не раньше всех. Там был Дима, верно? И вы приняли решение. Вы охереть как быстро решили и про жизнь свою, и про верность. И про то, насколько сильно хотите помочь стране. Да ничего вы не знаете о моих решениях. Ну так расскажите мне. Убедите меня. Мы разделились, чтобы обыскать виллу. Я был один. Не делай глупостей! Этот урод украл тут из России 3 ядерных устройства и продал их человеку по имени Соломон. Соломон использует ССО. У него 2 цели – Нью-Йорк и Париж. Заряды он перевозит на общественном транспорте. Он собирается вскоре взорвать бомбу на Таймс-сквер. Этого допустить нельзя. Мы можем положить конец войне между нашими народами. Мы с тобой не политики, не деньги, а просто 2 солдата, говорящие правду. Помоги мне с этим. Пристрели его, или умрут миллионы. Ложись на землю! Запомни. Надо помешать Соломону. Так значит, вы признаете, что по указанию русского агента стреляли в своего командира, верно? Если больше ничего важного вам, сержант, сказать нечего, расследование окончено. Вас использовали русские. Это все Соломон. Вы что, меня совсем не слушали? Вы хотите, чтобы мы поверили, что нам угрожают ССО во главе Соломона? Да! Что вы действовали в интересах страны, когда позволили русскому агенту стрелять по вашим ребятам? Но мы не можем! Нет ни одного подтверждения. Безумие! Никто не может подтвердить существование 3-й бомбы. Банк рухнул. Аль-Башир мертв. Ваш отряд мертв. Дима, предположительно, мертв. Кафаров мертв. 80 тысяч французов мертвы. Это все ваши свидетели, сержант. Наверняка нам ясно только одно. Вы напали на командира. Заводите. Так, входите. О, черт. Вы видели, как этот человек стрелял в командира, так? Заканчивайте дурить, сержант. Разве не Дима вас подставил? Разве не он убедил вас подстрелить Коула, а потом отправился в Париж и взорвал там бомбу? Разве не Дима? Бомба у Соломона. Соломон один из наших. Он работал агентом под прикрытием уже несколько лет. Мы внедрили его к Аль-Баширу для сбора информации. Да говно это все! Он убийца! Вы же видели запись! В нашей работе не все так однозначно. Иногда на пути к цели приходится идти на определенные жертвы. Это же ваша позиция? О боже, бомба же до сих пор тут! И Соломон еще тут! Нужно же что-то делать! Может, вы и правы, сержант. Соломон был слишком близко к огню, но, уверяю вас, мы владеем ситуацией. Русские – прямая и явная угроза. Да.
Что значит потеряли поезд? Соломон использует ССО. Он работал агентом под прикрытием уже несколько лет. Он меня использовал! Он использовал вместо человека! Он сказал, что это лучший бомбы! 80-70. Мы можем положить конец войне между нашими народами. Подходит под характеристики русских ядерных бомб. У нас тут ОМП, кажется. Но есть место еще для двух. Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Где же они, черт побери? 14-го этого месяца. Тут карты Парижа и Нью-Йорка. Заряды он перевозит на общественном транспорте. Соломон, донеси туда! Карта поездов в хранилище. Какое время там было написано? 6:02. А что? Дэйв, ты мне веришь? Верю. Так, тогда давай за мной. Давай на блядский поезд, Блэк! У тебя одна попытка! Ну! Я тебя догоню! Один? А? Где твои напарники, а? Ну же! Ты хорош, солдат. Очень хорош. И что дальше?
А? Я не боюсь смерти. А ты? А? Вон там, вперед! Вы, задержите его! Они уходят! На всех полицейских частотах говорит о вооруженных людях на Таймс-сквер. Это ССО. Пристегнись. Радиация, она как жизнь, не знаешь, когда ударит. Может, проживу еще 30 лет, может, умру завтра. Я записал свой рассказ, историю о Париже, историю о Кафаре, об американском морпехе, который выбрал самый непростой путь. А сделанным я не жалею. Посвящено много жизней. Я скорблю об умерших. Я уверен, что СВР другое мнение на этот счет. Но довольно.
Как сказал бы мне мой друг Владимир, Дима, смерть она лишь одна. И пусть она будет достойной.